Здесь мне задают вопрос, можно ли создавать партии самому и пройдет конкурировать ли наши партии в парламент после реформы. Партии создает сообщество разных людей. Как я говорил, обычно 3 человека, 5 человек, тот закон, который будет новый принят, он позволит создавать партии небольшим количеством людей. Затем эти партии могут выходить к избирателям со своей программой, и люди сами должны оценить, верят они этой партии, доверяют ли они руководству этой партии, готовы ли они за нее голосовать. И тогда выборы определят победителя. Поэтому нет никаких ограничений, не должно быть на создание партии, как сейчас, там 40 тысяч, 50 тысяч или там 60 тысяч. Должны иметь филиалы по всей стране, это гигантские затраты. Нет, достаточно, чтобы они зарегистрировали свой устав, политическую платформу, вышли к своим избирателям и начали собирать своих сторонников поддержку. И они могут собирать деньги на развитие этой партии. Вот именно так устроено в мире, и мы должны то же самое сделать в Казахстане. Здесь мне задают вопрос, а не будет ли мало несколько месяцев для создания партии? Я специально озвучил срок, сказал, что временное правительство будет действовать не более 6 месяцев. И партии могут создать фактически за один день. Партию можно создать, объединивши там 3-5 человек. Они пошли в Министерство юстиции, зарегистрировались. И в течение около 6 месяцев могут выходить со своей программой, ездить в регионы. 6 месяцев для того, чтобы партия была создана и рассказала о своей деятельности избирателю, вышла с программой достаточно. Здесь задают вопрос, может ли вновь собранные депутаты инициировать закон о продлении полномочий правительства. Депутаты все могут, они могут принимать законы, но надо понимать, что в парламенте, вот собственно, как и в жизни, приходят конкурирующие партии. Ну не будет такого, и вообще в мире такого нет, чтобы одна какая-то партия пришла и все захватила. Это только в авторитарных странах бывает, как вот Назарбаев. Есть Нуротан, КПК и Ак-Жол, но это все подставные партии, они четко ходят в администрацию президента, исполняют все его указания. Это одна партия, это подразделение Нуротан. Нормально, в мире всегда большое количество партий. 5 партий, 10 партий, они между собой конкурируют, потому что за этими партиями стоят их избиратели. Поэтому не получится так, что какая-то партия вышла, инициировала, что давайте продлим срок полномочий премьер-министра. Другие конкурирующие партии просто не дадут это сделать.